Это вот старый сельский музей. Его закрыли, перенесли в другое здание все артефакты. А тут я нашел, вход есть, открытый музей. Посмотрим, что тут есть. Какие-то инструменты. Это понятно. А это что здесь? А здесь это детские рисунки. То ли контора была, то ли куча какой-то документации. Все разорено. Пойдем дальше посмотрим, что у нас тут есть. Тут такой вот передовики. Интересное такое панно сельское. Так, что у нас здесь? У нас здесь пустые витрины. Ничего нету. О, Ленин. Голова вождя. Наверное, бетонный. О, вот такой. Вождь трудового пролетариата. Це хатина українська така. Зроблена тут під очеретом. Що ж там внутрі? А там внутри ничего и нету интересного. Тоже он какие-то люди. Так. О, вот тут был отдел природы. Такой заяц. Уже весь облезший, страшненький. Такая вот птичечка, это какие-то чайки, там вот зяблик, какая-то вот уточка, вот тут тоже какие-то птицы, чучела уже все пооблазили, уже страшное зрелище, ну, потому его, наверное, и закрыли. Цапля, утки. Посмотрим, что у нас еще тут есть. О, тут какие-то бабочки. Дети, наверное, делали. Жучки всевозможные. Вот это только что и остались жучки. Все ценное вывезли. О, какая-то игрушка. Ой, игрушечка какая-то. Вот. Все поставлю на окно. О, игрушка резиновая, пищалочка. Что у нас дальше есть? Так. Это, видать, по Великой Отечественной войне. Наверное, ветераны, те, которые воевали. Витрины все пустые, ничего в них нету. Только красные. Ух ты. О, провалился. Чуть не упал. О, отдел. Витрина какая-то была, самолет. Угу. А тут уже тоже ничего нету. Все. Ой, пол весь трещит. Страшно и ходить. Вот тоже какие-то люди, передовики.
Передовики, которые жили в этом селе и живут, бабушки. Бабушки бедненькие, с медальками. Всю жизнь работали, работали. И на медальку только и заработали. Да. Вглядываясь в этих людей, видишь только страх какой-то в глазах и печаль. Да, что у нас тут? Тут тоже, о, муаватарный, не муаватарный камень, а жернова. Вот так, остались еще жернова даже. Не забрали, значит, ненужные. Угу. Тут все брошенные витрины. Да. Наверное, музей был неплохой для своего времени. Говорят, его переместили все. Все артефакты переместили в другое здание. Пойдем дальше смотреть, что тут еще есть. Так. И вот дела. Селяне. Женщины на тракторах. Да, все печально. Хотел бы еще показать вот в этой куче документации. Вот есть такие таблички. Здесь живет семья погибшего воина. Это еще по Великой Отечественной. А вот такие интересные есть. Еще при Союзе таблички были. Двор образцового порядка. Вот такие раньше были таблички. Людям давали за то, что они образцово во дворе. У них все было чистенько, прибрано. Давали такую табличку им. Да. Вот она, образцового порядка.